Сегодня около 4 часов утра на Салтовке в Харькове произошло ЧП. По словам местных жителей, на первом этаже офисного здания по улице Блюхера прогремел взрыв. Таким образом, неизвестные хотели ограбить один из банкоматов офисного здания. Правда, удалось ли это, пока неизвестно. По словам очевидцев, сейчас на месте происшествия работают правоохранители, а территория оцеплена. Сколько денег успели унести грабители, тоже пока неизвестно. В ОБЛУВД факт взрыва подтвердили и уже внесли его в единый реестр досудебных расследований Украины. Сейчас правоохранители устанавливают сумму нанесенного материального ущерба.